Հայաստանի ապահով և անվտանգ ապագան Եվրոպական Միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող ես աշխատանքային օրերին և ժամերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Կարող ես մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Դիմիր մոտակա գյուղապետարան, քաղաքապետարան կամ Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսարան և ասա «ստորագրում եմ»։ Բաքսի, ուրեմն Իդիալ, փոխարինեք ձեր 520 բաքսի Eco4S կեն ժամանակակից կացայով։ Մանրամասները Իդիալ Սիստեմ կետը է։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում Կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Շարունակենք թեմայի քննարկումը մեր փորձագետների հետ, այն է Էրդողանի հայտարարությունները կապված Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հետ, ըստ որոնց Թուրքիան աշխատում է հարթել այն բոլոր տարաձայնությունները, որոնք կան Երևանի և Բաքվի միջև, և հասնել այդ խաղաղության պայմանագրին, համընդհանուր այդ միջազգային սկզբունքների հիման վրա, տարածքային ամբողջականություն, սուվերենություն, և ժամեր անց դրանից հետո հանդես է գալիս Իլհամ Ալիևը, որը խաղաղության պայմանագրի մասին ոչինչ չի ասում, խոսում է զինվելու անհրաժեշտության մասին և նաև քարը շպրտում արևմուտքի ուղղությամբ, ասելով, որ նրանք տրամադրում են Հայաստանին ընդդեմ Ադրբեջանի, Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու համար, չմտածելով հայ ժողովրդի մասին, ինքն է մտածում։ Եվ սա սինխրոնիզացվում է, ասենք, Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովայի կողմից այդ նարատիվներին, որոնք մենք լսում ենք շաբաթը մեկ կամ տարբեր պաշտոնյաններից արդեն նաև ամենօրյա ռեժիմով, էլ չեմ խոսում ռուսական պրոպագանդայի մասին։ Այս եւ մի շարք այլ հարցեր քննարկելու համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար տեսակապով Պրահայից, Չեխիայի մայրաքաղաք, և սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին։ Նաշ սիվոդնշնի գոստ, աբազրիված իլ ռադիո Էխո Կավկազը, պոլիտիկի աբազրիված իլ Վադիմ Դուբնով, «Приветствую вас, господин Дубнов, спасибо, что приняли мое приглашение». Спасибо за приглашение. Добрый день. Господин Дубнов, вы следите за развитиями, за заявлениями, которые проходят такой в ленте новостей из Нью-Йорка, где приступила к работе пленарная сессия Генеральной Ассамблеи, и туда съезжаются лидеры очень многих государств. Там находится и премьер-министр Армении, находится, в частности, премьер, президент Турции, который выступил сегодня с довольно примечательными заявлениями по армяно-азербайджанскому переговорному процессу, говоря о роли Турции, состоящей в том, чтобы сгладить оставшиеся противоречия и прийти, наконец, вот, к мирному договору на общепринятых в международном праве условиях. Территориальная целостность, суверенитет и так далее. Ваша оценка, это о чем говорит? Это такой риторический всплеск или все-таки заявление о каких-то практических намерениях со стороны Турции? Тем более на фоне тех заявлений, с которыми сегодня выступил Алиев, заявление, которое больше синхронизируется с заявлениями российского МИДа и Марии Захаровой, чем с заявлениями Эрдогана. Прошу. Ваша оценка. Я думаю, что это важно понимать жанр выступления на Генассамблее ООН.
Мы не можем относиться к этому чисто как риторическое упражнение, потому что это некое программное заявление. То есть люди приезжают на Генассамблею с неким годовым программным, с некой годовой программной декларацией о главном векторе того, что, собственно говоря, эта страна собирается делать. Без особых нюансов. Здесь не надо искать какого-то оригинальничания или каких-то скрытых сигналов. Это достаточно прямое заявление, но оно достаточно характерное для того, чтобы мы понимали, в какой, как модно говорить, парадигме, да, видят мир данный тот или иной оратор. Поэтому я думаю, что это важное заявление Эрдогана, который вычленил некую главную мысль и главный подход. Для него действительно важно то, что он сказал. И здесь между строк, на самом деле, искать особо нечего, потому что действительно повестка Турции, она не совпадает с повесткой Азербайджана. А есть свои пересечения, безусловно. Вот есть уроки 2008 года, которые Анкара извлекла из того переговорного процесса с Арменией. А вот она понимает, что Азербайджан в любую минуту может найти точку уязвимости, особенно если он будет в этом помогать Москва. Вот. И до какой-то черты Турция может себе позволить вот это самое разночтение в повестках. Это понятно, потому что совершенно разные позиции, разные центры притяжения, разное понимание своей гравитации. И для Турции, разумеется, отношения с Западом – это совсем другая история, чем отношения с Западом и Азербайджаном. Они исходят из абсолютно разных логик в этом смысле. Вот, и то, что для Турции предпочтительно урегулирование отношений между Баку и Ереваном, эта тема для Анкары лишена тех нюансов, которые отягощают отношения между Арменией и Азербайджаном и не позволяют, собственно говоря, каким-то образом договориться. Турция их понимает, она их принимает во внимание, но для нее они не так важны, потому что она находится на том расстоянии, на котором, в общем, как бы вот большой вид на расстояние. Да? Вот это то расстояние, где Турция может, по крайней мере, в своих программных заявлениях этим пренебречь. Вот. И это влияет на повестку. То, что происходит между Арменией и Азербайджаном, совершенно другая история. Вот. Там есть те детали и те, собственно говоря, жанровые разночтения, которые не очень интересны Эрдогану, потому что для Эрдогана армяно-азербайджанские отношения, прежде всего, это инструмент отношений, выстраивания своей собственной политики и позиционирования в мире. Mm-hmm. Вот. Одна из, да, при том, что, конечно, Азербайджан важен, вот еще раз говорю, до какой-то определенной черты, после определенной черты, вернее, Анкара, безусловно, будет учить интересы Азербайджана, но до нее, в общем, как бы это достаточно инструментальная тема. А для Армении и Азербайджана тема не инструментальная, тема одна из самых важных. Вот, и поэтому здесь, конечно, другой угол зрения, другое понимание и другие проблемы. Мирный договор между Арменией и Азербайджаном, это, с моей точки зрения, с самого начала был фикцией и условностью, потому что он, мне кажется, невозможен. Если в нем, если не ждать этого договора фразы, что мир лучше, чем война, чего-то большего, вот, то, в общем, ни о чем большем договориться здесь невозможно, и поэтому, в общем, вполне логично, что стороны выносят главные темы противоречия за пределы этого договора, и все, что происходит с этим договором, конечно, гораздо важнее и интереснее то, что происходит на полях его разговоров о том же Зангезуре и всем остальном. Вот. А, собственно, мирный договор, я думаю, в общем, в таком виде никому особо и не нужен. Вот. Поэтому даже бессмысленно говорить то, что он причем. Вот. И что касается связи с Россией, у Азербайджана и России абсолютно разные повестки тоже, мне кажется. Но как есть свои зоны пересечения этих повесток у Анкары и Баку, точно так же есть своя зона пересечения у Анкары и Москвы. И в этой зоне мы видим вот эти вполне даже текстуального рода совпадения. Не то чтобы они писали вместе эти заявления, да, но повестка, пересечение этих повесток таково, что там особого простора для импровизаций, особенно вербальных, не найдешь, и поэтому люди говорят примерно одни и те же вещи. И Баку, и Москве сейчас очень важно в чем-нибудь обвинить Запад и выступить против Запада. Господин Дубнов, параллельно вот с заявлениями Эрдогана одно примечательное событие произошло в Армении. Вот недалеко от Еревана есть село Маркара,
находится на границе с Турцией, где Армения построила практически всю пограничную инфраструктуру, уже готовую на данный момент к функционированию, ну, скажем, в течение считанных часов. Да, это может быть уже запущено. И сегодня руководитель комитета по государственным доходам Армении, это такое ведомство, которое ведет и таможенной службой, в сопровождении послов стран-членов Европейского Союза посетили вот село Маркара и посетили вот этот контрольно-пропускной пункт на армяно-турецкой границе. Это вот буквально несколько часов разница между заявлением Эрдогана и вот этим посещением. Мое впечатление такое, что это не просто такая экскурсия, да, а это содержит такой объединенный месседж со стороны Еревана и Брюсселя и отдельных европейских столиц, в частности тех, которые в виде резидентного посольства представлены в Ереване, месседж и международному сообществу, и Анкаре. Если я ошибаюсь, то меня поправьте и прокомментируйте вот это событие, пожалуйста. Нет, я с вами целиком согласен. Я думаю, что это некий сигнал. Даже не столько как бы сигнал Анкаре, да, прежде всего. Это как бы часть давней игры. Это просто некий ход. Я бы не стал преувеличить его значение, но это ход, который подтверждает общность подходов. Потому что для Еревана действительно важно не просто открыть границы, да, из каких-то функциональных соображений. Когда мы говорим о функциональном смысле КПП и пограничного перехода, то я думаю, что в нем нет ничего такого прямо фатального ни для Азербайджана, ни для Турции. Но для Армении в этом есть символ, для армяно-турецких отношений есть некий символ, потому что таким образом Армения получает несколько баллов в ее игре, несколько зачетных очков, да, скажем так, а в ее игре по некому подчеркиваю разделение отдельности позиций Турции и Азербайджана. Это очень важно. Потому что для Еревана, мне кажется, краеугольным камнем политики в этом направлении является вот эта вот сепарация этих позиций, разделение этих прямых, да, распараллеливание этих процессов армяно-турецкого и армяно-азербайджанского. Mm-hmm. Вот. И чем больше успехов она здесь добьется, тем как бы для нее это будет важнее в дальнейшем дипломатическом процессе. Вот. И я думаю, именно поэтому, понимая это, Турция, в общем, как бы достаточно сдержана в этом вопросе. Потому что, еще раз говорю, с функциональной точки зрения погранпереход никому не мешает и никак не влияет на армяно-азербайджанские отношения. Mm-hmm. Вот это не является никаким камнем в чей огород. Но с точки зрения символической дальнейшего дипломатического процесса, это, безусловно, успех Армении, и Анкара вынуждена задумываться, может ли она позволить себе пойти на такой успех в контексте вот той зоны пересечения своих интересов с Азербайджаном. Возможно, этот вопрос находится в этой зоне. Но, по крайней мере, думаю, что не в середине этой зоны, где-то на краю, и, возможно, собственно говоря, Анкара и Баку этот вопрос будут решать в каком-то вот обозримом будущем, потому что, в общем, Анкаре хотелось бы тоже этот вопрос решить, и она не идет на его решение, прежде всего, конечно, в соответствии с своими договоренностями с Баку. Господин Дубнов, еще один вопрос касательно контекста вот тех событий, которые мы вот только что обсудили. Они проходят не как-то изолированно, а вот в определенном контексте, частью которой являются совершенно такие вот выразительные шаги со стороны Анкары навстречу Западу, что как бы не очень уже соответствует вообще позиции Анкары в прошлые годы. Это, понятно, обусловлено экономической ситуацией, обусловлено нынешним состоянием российско-турецких отношений. Мы помним вот буквально недавно заявление Эрдогана о необходимости того, чтобы Россия вернула Крым. Да, вот эта цитата, которая потрясла московскую публику со своей стороны. Это
раз, элемент раз и элемент два. И третий элемент – это вот атмосфера такого, можно сказать, дипломатического клинча, который мы имеем между Ереваном и Москвой, который уже идет чуть ли не в ежедневном режиме. Мария Захарова еженедельно, другие представители там в день кто-то там выходит и что-то такое в том же духе говорит, уже не говоря о российской пропаганде, которая тоже, в общем, довольно, мягко скажем, неблагожелательно настроена на Ереван. Это видно, что такая центральная установка. Как вам видятся вот эти развития именно на фоне, на таком фоне? Вот ваш комментарий. Мне кажется, что МИДу доверена роль авангарда в обострении отношений с Арменией в пропагандистском, в пропагандистской атаке. А вслед за МИДом идут в атаку всякого рода политруки, имена которых мы знаем, их не нужно называть. Но это важно, что это МИД, потому что Кремль пытается вести себя сдержанно, Кремль пытается быть корректным. И это разделение труда, мне кажется, достаточно характерно, потому что, в общем, есть тот инструментарий, который должен показать, что Москва недовольна, он всегда готов, и он всегда как бы под рукой. Мария Захарова, как вы правильно сказали, в ритме своих еженедельных брифингов об этом не дает забыть. Но мне как раз кажется, что последние несколько недель, а может и месяцев, то, что вы назвали клинчем, несколько приостановилось, взята некая пауза. Мне кажется, что Ереван и Москва как бы отдают себе отчет о том, что ресурс взаимного отдаления пока исчерпан. Что дальше, Ереван, мне кажется, понимает, что дальше пока двигаться некуда и незачем. Ереван, мне кажется, сейчас выбрал некую новую тактику расширения своего участия в инициативах Москвы, но там, где Москва не так концентрирована. То есть Ереван отдаляется от прежних структур, ОДКБ и так далее, но при этом как бы играет другие игры, типа БРИКСа, где Москва тоже есть, где Москве очень важно. И участие Еревана как бы вроде бы лишает Москву оснований бросать Еревану традиционное обвинение, потому что тот же БРИКС, конечно же, явление антизападное, это такое новое движение неприсоединения, которое очень любил Советский Союз, и участие в нем Армении достаточно характерно и показательно. Это как бы игра тех стран, которые готовы немножечко монетизировать свой нейтралитет в российско-украинской войне. Нейтралитет нынче стоит дорого, нейтралитет – это в пользу России, конечно же. И, собственно говоря, очень много стран готовы в этом аукционе поиграть, что и делают достаточно эффективно и успешно. Там их много, начиная от Кавказа, кончая Центральной Азией, Африкой и прочими странами, которым принято относить к третьему миру. Собственно говоря, Москва и Баку в этом деле особенно пытаются лидировать. Поэтому я бы сказал, что этот клинч переходит в некое позиционное продолжение, без обострений, без резкостей. И мне кажется даже, что даже вот эта история трагикомическая с попыткой госпереворота в Армении, которая, как мне кажется, выполнена без нужного и необходимого литературного блеска, литературной фантазии, но она скорее направлена не на Москву, а на некую промосковскую оппозицию внутри Армении, и к Москве имеет отношение крайне опосредованное. Поэтому выверт Марии Захаровой – это как раз импровизация, которую нашла и здесь возможность почему-то ударить по Западу, не слишком тоже полагаясь на логику. Все-таки там есть конкретно взятые, с поличным люди, и довольно подробно описано, где они готовились, сколько времени, как это проходило и так далее. Я понимаю, у вас свое видение этого, я вас услышал. Но смотрите, ситуация еще что. 16 числа, в прошлый вторник, да, премьер-министр Армении... понятно, что Ереван всегда выступал
с 22 года с критикой в адрес ОДКБ и в процессе замораживая все свое участие, вплоть до уже прекращения выплаты членских взносов, участия в учениях, замещения вакантных должностей по квоте, отзыв представителей и так далее. Но впервые Пашинян объясняет свое отношение или отношение официального Еревана к ОДКБ не вот списком того, что вот ОДКБ не сделал вот это, не сделал второе, третье, пятое, десятое, но еще и говорит о том, что ОДКБ представляет собой угрозу армянской государственности. Вот что возмутило Москву. И причем это был тот день, когда, в общем-то, был этот пресс-релиз касательно вот этой банды, которая была и разоблачена, и из них, и там есть уже арестованные. Это как меняет атмосферу в армяно-российских отношениях и насколько далеко это может пойти с вашей точки зрения, как наблюдателя с многолетним стажем со стороны? Прошу. Я думаю, что это как раз каким-то образом подтверждает мое предположение о том, что Ереван наращивает эту тактику, ну, скажем так, расширения, да, тех аудиторий, в которых он готов играть вместе с Москвой. А что касается ОДКБ, то ОДКБ – это как бы уже позволенный участок фронта, позволенный участок недовольства, где Пашинян уже отбил свое право, это еще важно, да? А он с 22 года отбивал это право, он, наконец, его полностью освоил. А говорить про ОДКБ – самые любые гадости, изолируя ОДКБ от интеграционных процессов вообще. То есть как бы ОДКБ выведено за скобки интеграции, за скобки того, в чем Ереван готов сотрудничать. Ереван ни как тень обвинений в адрес ОДКБ никак не ложится ни на как бы сотрудничество в рамках СНГ, ни на интеграционные какие-то другие процессы. Вот. И при этом Ереван, по крайней мере, вербально, ну, в той же степени вербальности, которую, значит, он обрушивается на ОДКБ, в той же степени вербальности он расширяет свое участие в других интеграционных проектах, как я сказал, где меньше концентрация Москвы. Вот. И это, мне кажется, довольно интересный подход, потому что он ни к чему, во-первых, не обязывает, а во-вторых, он как бы вроде бы выводит Ереван из-под подозрений в том, что он готов порвать все связи с Востоком или там, с Севером, да, да, в этой географии. А вот и достаточно обуславливает вот это, значит, ограничивает вроде бы движение на Запад, вот, или делает его каким-то более-менее уравновешивающим. А вот и это приводит в ситуацию в отношениях Москвы и Еревана какой-то, ну, если не стабильности, то какой-то очерченности. Да? Вот мы с вами не играем здесь, вот, но играем там. И вот рисунок этой игры немножечко меняется, вот, но в сумме, в общем, она не, как бы, уровень сотрудничества не особо-то и меняется. И в заключение, господин Дубнов, вот остались считанные дни, недели до важных событий в других уже бывших постсоветских странах, в частности, 20 октября Молдова, там президентские выборы и там референдум именно по вопросу интеграции с Европейским Союзом. 6 дней спустя после этого выборы в Грузии и еще вот 5 ноября это выборы в Соединенных Штатах. Это события, которые американские выборы глобально, а эти два события, соответственно, в Молдове и в Грузии уже регионально, в какой-то мере, в общем-то, предопределяют определенные развития. На ваш взгляд, как это проецируется, по вашему мнению, на армяно-российские отношения вот на период уже, ну, скажем так, условно, после 5 ноября?
спрошу. Ну, я бы разделил эти события прежде всего, потому что молдавские выборы, в общем, мы примерно, да, с определенной долей условности, конечно, понимаем, кто там победит и каким будет дальнейший вектор. Uh-huh. Вот, он, безусловно, останется проевропейским, мне кажется. Вот, и здесь особых волнений по этому поводу нет, мне кажется, ни у кого за пределами Молдавии, uh-huh. хотя в самой Молдавии есть очень много вопросов к тому, а как именно будет достигнута эта победа, в какой именно пропорции, и какие дальнейшие компромиссы и противостояния там будут происходить, но уже исключительно внутриполитического свойства и в рамках вот этого проевропейского вектора, и просто европейского вектора. А в Грузии гораздо более сложная история, потому что мне кажется, что и Запад, и Грузия, и Россия, в общем, все не то чтобы замерли в ожидании, да, но тем не менее все пока взяли паузу в ожидании, да, результатов этих выборов. Потому что вопрос, я, например, полагаю, что грузинская мечта выиграет, нынешняя власть сохранит свои позиции. А вопрос в том, как она выиграет, насколько убедительно. А вот, и до этого еще интересно, как грузинская власть будет отнесется к наблюдателям, потому что власть нервничает, ей нужно добиваться убедительной победы. Uh-huh. И она, безусловно, нервничает, потому что уже общими усилиями практически делегитимизирован подсчет голосов, уже никто не поверит никаким цифрам. Uh-huh. Вот, и дальше вот начинается довольно драматическое противостояние. Хотя я не стал бы преувеличить его масштабом, потому что, в общем, я не думаю, что улица здесь будет достаточно активна. Но, тем не менее, все ждут, как именно грузинская мечта победит. И это важно с той точки зрения, насколько утвердится в регионе, а я думаю, что это важно для региона, и в Азербайджане тоже интересно, и в Армении тоже интересно, а насколько здесь победит, ну, скажем так, условно назовем его венгерский подход, да? Uh-huh. То есть как бы мы за Европу, вот, но на наших условиях. Uh-huh. Вот мы хотим вот такую вот Европу, которая, значит, модна сейчас в условиях победы всякого рода радикалов, традиционалистов, вот, и правых всякого рода сообществ. А вот потому что есть, кроме Венгрии, еще есть и Чехия, да, где это все может победить, есть Словакия, где уже победили эти люди. Вот. А поэтому вот эта зона расширения вот этой неоевропейской моды, да, правеющей, не слишком, да, не радикально, но тем не менее правящий. На Кавказ это очень важно, потому что это важно с точки зрения усиления того лагеря, который торгует своей третьей позицией. Да, uh-huh. И это очень важно с точки зрения войны в Украине. И тут еще, конечно же, выборы в Америке, которые, на самом деле, в отличие от выборов в Грузии и Молдавии, конечно же, имеют гораздо более стратегический масштаб. Если про то, как изменится или не изменится последствия победы грузинской мечты или негрузинской мечты, будут понятны уже, скажем, в ноябре, в декабре, то последствия победы того или иного кандидата в Америке дадут себе знать, если дадут, да, так вот явственно, спустя годы, может быть. Вот, это как бы более консервативная, более стабильная политика все-таки у гигантов, и все эти пируэты, которые мы можем наблюдать на наших широтах, конечно же, там так оно не делается. Поэтому, да, поэтому мне кажется, что это разные графики, разные синхронизации, и синхронизации, и по большому счету этой синхронизации пока я особо и не вижу. Спасибо вам, господин Дубнов, за ваши эти исчерпывающие оценки и интересные наблюдения, с которыми вы поделились с нашими телезрителями. Всех благ вам. Спасибо вам. Ամենք լսեցինք մեր գործընկերոջը Պրահայից, Չեխիայի մայրաքաղաքից, Վադիմ Դուբնովին, Ռադիո Էխո Կովկազա ռադիոկայանի քաղաքական մեկնաբանին, իր դիտարկումներով կապված հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական և ընդհանրապես հետխորհրդային տարածքում և միջազգային հարաբերություններում տեղի ունեցող և սպասվող իրադարձությունների վերաբերյալ։